Наклеил бейдж, и ты уже в игре. Хотя тренинг – это не игрушка, а взрослый разговор и точно за жизнь на производстве и в принципе. Достаточно ли одной дисциплины в обществе, я имею в виду господа допущения, для достижения нулевого травматизма, нулевой аварийности, нулевых простоев, нулевых потерь? Конечно, нет. Правила существуют, но все ли и всегда ли их соблюдают? А если не верить, что нулевой травматизм возможен, зачем тогда развивать культуру безопасности? Признаки изменений в поведении работников после старта проекта есть, и они заметны. Просто банальный пример. Девушки теперь носят каблуки уже пониже. Да? У нас появились ковры, ковровое покрытие на гранитном полу. Теперь, когда у нас моют пол, у нас выставляют таблички о том, что пол скользкий. Зеленые кружки, которые клеят участники, это мнение по ключевым вопросам. Нужна ли культура безопасности обществу и стоит ли в нее вкладываться? Честный диалог с преподавателем и наглядность по нраву аудитории. Видно, что есть опыт довести мысль и программу до слушателей. И из жизни наводят примеры, они хорошо запоминаются. К слову о запоминающихся примерах. Многие ли задавались вопросом, почему в автомобиле огнетушитель есть, а в квартире нет, хотя вероятность пожара в доме по статистике в 4 раза выше. О безопасности говорят и слушают. Когда это будет на слуху, на устах, я думаю, что это будет просто не какие-то документально прописанные нормативные законы для соблюдения, да, а именно будет формироваться мышление людей. А мышление, по словам тренера Вадима Демченко, определяет приверженность. Совсем по-простому, это когда в голове человека личный контролер, который выработал для себя правила безопасности и им следует всегда. На вопрос, не граничит ли постоянная оценка рисков с психическим отклонением, простой пример. Все, что касается оценки рисков, это адекватное поведение. Я просто знаю, что с 79 года ни одного случая смертельного отравления в Японии. Повар в присутствии тебя должен попробовать то, что он приготовил. Поэтому я приеду в Японию, буду пробовать фигу. А вот если сотрудник на мой вопрос, не-не, это опасно, это говорит о том, что вот это как раз может быть хорошо, чрезмерная тревожность, но она не на оценке рисков основана. Уже демонстрирует приверженность, скажем так, то, что я начал думать о том, что я, возможно, что-то делаю не так. За время внедрения проекта обучились более 350 человек, и по этому показателю «Газпром Добыча Ямбург» – абсолютный лидер в «Газпроме». Теперь очередь за качеством, а оно придет, когда будет личная приверженность и дисциплина. Заставить себя делать сейчас то, что тебе не очень нравится, но для того, чтобы получить результаты, которые тебе очень понравятся. Для тех, кто Вася Авоськин и не способен меняться, есть административная процедура под названием «Увольнение». Но потому что не надо брать с собой в ротку человека, который лодку утопит. Сделали сюжет не Васи, а Константин Портных, Алексей Переведенцев, «Новый Уренгой».